Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с кем сегодня еще не здоровалась. Будем продолжать разделываться со вчерашним сазаном. Сейчас я ребрышки отделила, пожарила, показывала видео. А это вот нарезала такими кусочками мелкими его вчера. Залила на ночь 9% уксусом в этой кастрюльке, что вот оно скрывало полностью его. Так нажимаешь, что оно выступала жидкость сверху. 9% уксусом. Я его сама делаю 70%. Все это делаю на глаз. Вот. Потом утром я слила этот уксус и засыпала обильно-обильно солью. Вот сейчас он рассол там отпустил. Сейчас нам нужно будет аккуратненько все это содержимое выложить вот в такую сковородочку, которая не боится жару и огня, так сказать. Все это выгладим сейчас. И тем временем у меня на плите уже с дымком греется, нагревается масло подсолнечное рафинированное. Так, ну вот все. Отсюда выбрала я все. Вот. Масло, вот оно у меня на плите, уже дымок идет. Вот, наверное, его сейчас вот выключу. Нет, не буду, пусть греется. Так, и вот все это, эту рыбку, она с луком наполовину у меня, я поставлю пониже, чтобы мне удобнее было наливать, не обжечься. И еще ее нужно приправить. Вот я приготовила здесь кориандр, посыпем кориандром, а перец я... Красный не высыпала ни во что, потому что зачихаешься. Так вот присыплю. Я люблю побольше. Ну что? Сильно крепкая упаковка закрыта. Вот. Еле распечатала упаковку. Сейчас присыплю. Вот много, прям много сыплю красного. Люблю, чтоб красненькое. Все это я перемешаю. Хорошо. Теперь выключаем газ, берем сковородку и хоп-оле, нам не обжечься. Смотрите, горячее, раскаленное. Вот так. Хорошенько все перемешаем. И вкусняшенько готово.